Море юмора и позитива ожидало зрителей, пришедших весенним вечером в парк Толстого. Здесь прошел второй отборочный кубок открытой Химкинской лиги КВН. 2015 год для нашего клуба веселых и находчивых – юбилейный. Ему исполнилось 20 лет. В этом сезоне, кроме химчан, в играх участвуют команды из Мытищ, Клина, Москвы и других городов. Изначально дата была запланирована на 17 мая, однако из-за дождей любителям праздничного настроения пришлось немного подождать. Впрочем, это никак не повлияло на общую атмосферу. В парк пришло более 400 зрителей, а шутки оценивали почетные члены жюри. Из почетных членов жюри сегодня в состав жюри войдут Дмитрий Макена, он входит в топ-100 лучших диджеев мира, Наташа Михченкова, это актриса команды КВН, лучшие друзья БГПУ Минск, высшая лига, участники этого сезона, соответственно, представители средств массовой информации города и... Также, и еще войдет еще один участник высшей лиги, но немножко старой высшей лиги, автор-актер команды КВН «Росноу» Саша Зворыгин. Места среди 10 участвующих команд распределились следующим образом. Лучшей шуткой жюри наградила команду «Алфавит» из Апрелевки. Командой открытия стал коллектив «Киса». Малый кубок достался московской команде «Культурные ценности». Средний у представителей «Красавица и я». Ну а большой ушел в Химкинский лицей номер 11. Команде «Вас тут не стояло».